планах дороги, стадион, реконструкция музея и много чего еще, а также история про любимый новогодний костюм управляющего директора Северского трубного завода Михаила Зуева. Подробности на странице 4.5. На СТЗ приняли дополнительные меры по оздоровлению сотрудников. Какие? Ищите на странице номер 6. Снежный городок готов. В этом году не будет лабиринта, зато будет больше иллюминации. Игрушки полевчан украсили елку в южной части. Подробности на странице 7. Там же интересные рецепты к новогоднему столу. Закулисье «Человек года». Какое оно? Что восхитило гостей и финалистов, узнаете на странице 8 и 9. Рабочая правда в очередной раз подарила подарки своим подписчикам. Они ждут своих хозяев. Полный список на странице номер 20. А счастливыми обладателями, которые уже получили свои подарки, вы познакомитесь на странице 21. Почему участница конкурса частушек похудела на 5 килограмм? Ответ найдете на странице 22. Страница безопасности будет полезной вам все каникулы. Обратите на нее внимание на 23-й полосе. Рабочая правда поздравляет вас с наступающим Новым годом. Пускай чудеса случаются чаще. Родные будут всегда рядом, а здоровье никогда не подводит. Будьте счастливы в новом году. Читайте «Рабочую правду».